Друзья, всем здравствуйте. Вышли с Софьей с подъезда. Вот наше такси подъезжает. Так, ладно, увидимся чуть позже. Ох, как хочется вернуться, ох, как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. На денек, где без спроса ходят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляю и навеки. Съехались соседи, кто куда, кто туда. И когда дома сносили, мы с тобой, мой друг, шутили: не беда, не беда. Раз в году письмо скупое, поздравление с Рождеством и долгих лет. И долгих лет, ровно 8 тихих строчек и другой какой-то почерк. Все, привет. Завернуться, а как хочется ворваться в городок, на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. На денек, где без спроса ходят гости, где нет зависти и злости. Милый дом, где рождение справляю и навеки. Опять приехала в свое управление. А сколько время? Еще раз всем привет. Так, сниму очки, поздороваюсь. Всем привет. У нас сегодня такое солнце, жаркий, теплый день. Мы вон с Софьей раздетые. 21 градус, но для Норильска 21 градус – это прям очень тепло. Если нет северного ветра. Сегодня нет, сегодня тихо, спокойно, безветренно, поэтому прям жарко. На солнце жарко. Вот, да, ездили отчитываться за санаторием. За санаторий тоже нужно отчитаться. Я привезла, в санатории нам дают отрывные талоны о том, что мы действительно там проживали, отдыхали и проходили курс лечения. Ну, курс лечения не важно, главное, что мы там были. Вот, поэтому отрывные талоны тоже нужно отвезти на предприятие иначе. Ой, даже страшно представить, что будет иначе. Вот. Ну, а сейчас мы с Софьей, я одену очки, светит солнце очень. Сейчас мы с Софьей, у меня, кстати, сегодня ночная смена впереди, свободный день, так скажем. Ну, сильно, конечно, себя переутруждать перед ночной сменой не стоит. Все-таки всю ночь работать на ногах. Ну, мы, в общем, так, отдыхаем, прогуливаемся по городу. С утра сходила, получила посылочку. Сейчас отчитались за отпуск и поедем в торговый центр Софьи в арену. Что кричали? Марина, здравствуйте. Марина, здравствуйте. Ой, вообще, браво, знаменитость, так приятно. Вот, ходишь так всем ручкой машешь, что-то подмигивает, кто-то останавливает. Ну, в общем, не суть, отвлеклась маленько, но, правда, очень приятно. Спасибо, дорогие мои норильчане, кто все-таки обращает внимание, здороваются как-то со мной, где-то машут. Мне, на самом деле, это очень-очень приятно. Поедем в арену, погуляем, сходим по магазинам. Ей там надо еще кое-что прикупить к лагерю. Ну, может быть, там футболочку какую-то, из косметики там кое-что по уходу надо. Умывашку, да? Умывашку тебе надо. В общем, пойдем гулять. Лишь во сне приходят лица, не узнать и половины. Ярок свет, ярок свет. Год прошел, почтовый ящик
кассеты. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться. Она на это обижается, хотя она такая есть. Так, друзья, приехали на площадь Металлургов. Хорошо проводить время наедине с доченькой. Много чего интересного узнаешь. Сейчас пока ехали, она мне секретики всякие рассказывала, да, дочь? Про подружек своих, про мальчишек, про девчонок. Так, вот наш торгово-развлекательный центр «Арена». Здесь у нас арт-холл, это ночной клуб. Здесь проходят различные концерты таких небольших звезд, которые к нам приезжают на гастроли. Вот, много здесь таких, знаете, залов для аренды, чтобы отмечать дни рождения, там, свадьбы, то есть какие-то мероприятия. Ну, по крайней мере, два зала точно есть, караоке-бар есть и кафе «Малина», которое я вам показывала. Так что вот такой вот тоже развлекательный центр. А тут у нас для деток каждое лето выставляют такие аттракционы небольшие. Кафе летнее от кафе «Малина». Шашлыки здесь постоянно готовят. Вон батут какой интересный в виде трактора. Музычка играет. Но никого нету. Опять скажете, почему никого нету? Потому что будний день, обед, 2 часа дня. Поэтому все люди будут вечером. Ну и выходной день. Вообще я люблю ходить в «Арену» в будний день, днем. Сейчас вы сами увидите, народу будет мало, хорошо ходить по магазинам, никакого столпотворения. Если будет желание, можно подняться на 3-й этаж в кафе посидеть, там тоже будет тихо и спокойно, и можно найти свободные места. В будний день, конечно, там свободное место, свободный столик найти очень тяжело. Эскалатор. Вот теперь мы все выходные проводим с Софьей. Уедет, не знаю, что я буду делать. Буду скучать в гордом одиночестве. Сергей у нас постоянно в гараже. И вот, кстати, вы мне задаете вопросы, когда мы поедем в тундру, когда мы поедем на природу. Походу, в этом году, этим летом мы уже вряд ли поедем в тундру и на природу. Сергей занимается гаражом. Готовит его к зиме, там перекрывает крышу. В общем, там у него капитальный ремонт. Еще у нас сломалась машина, он выписал запчасть. Будет заниматься машиной. Ну, в общем, дома я его не наблюдаю. Он занимается своими мужскими делами, своей мужской работой. Мы развлекаемся с Софьей вдвоем. Уедет, буду скучать, буду ходить одна. Где ты увидела? Где? А, на втором этаже. Ну, поехали на второй этаж. Софья говорит, о, Глорию джинсы открыли, у нас ее закрывали. А там, видимо, ремонт, наверное, делался. И ее закрывали на ремонт. Сейчас поедем, посмотрим. Мама, чем я без... Тут у нас спортмастер. Здесь вот закрыто место, давно, причем уже пустует, видимо, никто не арендует. Раньше здесь был хороший корейский магазин, вот вывеска еще осталась. Интересные такие одежды были, интересные модельки. Вон первый этаж, мы на втором, там еще есть 3-й этаж. В Зарину еще зайдем, слышь, дочь? В Зарину зайдем, там футболочку посмотрим. Ну и в Глорию джинс зайдем, посмотрим, что там переделали. Мы думали, уже насовсем закрылся. У нас две Глории джинс в городе. Одна на улице Толнахская, там прям отдельный магазин. И вот одна Глория здесь в торговом центре была. Можно
Ну да. Смотри, потолок изменился. Да, ремонт, ремонт сделали. К школе, смотрите, все темно-белые. Темно-белые тона. Сейчас все отшивается к школе. София, я там кардиганы увидела. Школу тебе. Вот такого же цвета, кстати, как твои брючки. Кардиган? Кардиганчики. Сумок нужно однотонное. Белое. Прям однотонное? Ну зачем однотонное? Белое. Надо что-то интересное. Белое. Пойдем в Зарину еще зайдем. Нет, здесь смотри, как просторно стало. Тут так тесно было раньше до ремонта. Сейчас вообще хорошо. Вот, смотри, дочь. О, однотонные. Но она же неинтересная. А, ты со своими черными этими велосипедками, да, хочешь? И с брюками, совсем. Мне нужна однотонная. Сколько цена? 1000. 1000? Ничего себе. Фига себе, 1000. Ну, по качеству плотная, не тонкая. Ну, пойдем в Зарину сходим. Надо же все равно удостовериться, проверить. Вот, смотри, смотри. $2700. Это как у меня, фиолетовый, сиреневый почти. У меня, правда, низ по-другому оформлен. А, вот такая вот. У меня подлиннее, это покороче. 2900, 3000. Ага, и качество немножко другое. У меня помягче. Здесь такое, знаете, как грубоватое. Вот это вот мягенькое. Главное, одна моделька, но почему-то качество разное. Тут такое грубее. Шубка. Шубка. 3300. Шубейка. Водолазочки. Здравствуйте. Да. Что вы снимаете? Я просто блогер. Я блог снимаю. Мы тут гуляем, просто покупки делаем, поэтому снимаем. Ты не хочешь водолазочку? Нет. К школе? Нет? У тебя есть личная карта? Да. А будет? Будет. Ну давай еще туда зайдем, если что, вернемся. Видите, как народу мало, да, дочь? Вообще прям красота. В будний день гулять. Магазины полупустые. Никто попами не трется об тебя. Друг об друга. Зарина. Смотри, как все здесь прям бело. Бело-темно. Опять, наверное, к школе, да, готовятся. Все в таком... такой цветовой гамме. Ну вот это вот лучше, чем чисто белое. Ну и что? Нет, я не хочу, я не хочу белое. Прям вот чисто-чисто да. Белую. Это ж неинтересно. Принты, смотри, какие классные. Неброские. Лаконичные. А вон дочь есть, чисто беленькая. Ага, не чисто беленькая. С надписью. С надписью.
ничего нету? Вот это вот. Дальше что? Ну вот, просто белое. Нет, просто белый. Правда, у них вырез такой V-образный. А сзади? Ничего нету сзади. Вот у них качество получше. Чего это? Во, хоть кармашек, и то что-то поинтереснее, чем просто. И бери, мерей. Качество ничего. Не тонкое хотя бы. Сколько стоит? 1000. Там, кстати, в Анапе жарище, Софья. 40 градусов, представляешь? Не 40, сколько? Я просто Новороссийск смотрела, блогера. У них сейчас в это время очень сильная жара. Пойдем на скидку посмотрим, что на скидке. Горраспродажа 70%. Две тысячи рубашка. Нормально? Угу. Не, ну с карманом хотя бы поинтереснее, не просто вот как футболка для физкультуры. Чисто белые. Ну, все, бери. Нет, уже вот беленькая. Все равно какой-то принт есть. Уже смотрится поинтереснее. Не выйду. Очки-то тебе тоже надо. Они мне не идут. Ну, померяй. Мне вообще очки не идут. Ну, вот эти померяй. Да мне вообще очки не идут. У меня форма лица. Покажи. А вот эти померяй. Вот эти. Ой, боже мой. Не, боже мой. Мама сказала, мерей. Убери эту кверху, вот эту вот штуку. Ну, слушай, нормально вот эти. Чё, не? Вот эти вот померяй. Вот эти померяй. Вот эти померяй. Померяй. Померяй, говорю, быстро. Ну, эти неплохо. Ты хоть зеркало посмотрись. Мне нравится. Я не люблю очки. Ну, типа, нет, я люблю очки, но они мне никакие абсолютно. Никакая форма. Покупаю. Тебе кажется, просто непривычно. Так, футболочку берем. Поднимаемся на 3-й этаж. Смотрю, пустые окна. Дочки-сыночки закрыли. Здесь у нас был магазин дочки-сыночки. Распродали все. Закрыли. Тут у нас детский развлекательный комплекс «Арена игр». Там детские игровые, автоматы различные. Дальше аквапарк. Ну, а тут зона общепита. Кафе. Как, собственно, во всех торговых центрах. Здесь роллы, суши поштучно. Бургеры. Там дальше блинное, мороженое. Кафе «Клубок», «Макс Бургер». Видите, никого нету, все столики пустые. А в выходной день тут очень много народу. Все столики заняты. Так, ну у нас с Софьей возникло желание что-нибудь перекусить. Что будем? Максбургер? А я что-то роллы бы хотела. Давай тут сядем, я Максбургер возьму. Ну пойдем тогда на диванчике. Кафе «Клубок». Я там себе роллы закажу, а Софья тогда Максбургер. We'll be right back.
стаканчики не дали. Будем пить как? Так просто взять стаканчики? Софья маникюр себе сделала перед лагерем. Такой необычный. Я вообще впервые такой увидела. Ну так, смотрится интересно. Мастерица на все руки. Все ешь. Теперь зайдем в Литуаль. Ой, какие ароматы. Ищи 07. Купили Софье такую вот мицеллярную водичку в дорогу, маленькую, удобную. Смотрела себе помаду, а ничего не высмотрела. Я сегодня буду без покупки. Все, дорогие мои, пойдем уже в сторону дома. Софье надо немножко отдохнуть перед тренировкой. Не пойдешь? Почему? Ну, так все. А, пойдешь, но заниматься не будешь? Да, не хочу. Я устала уже. Все-таки последние дни перед отдыхом дают о себе знать. Уже ничего совершенно не хочется. Пойдешь, пообщаешься, да? Со своими друзьями. По спорту. Нет, с тренером. У них тренер очень хороший. Валентина Владимировна. Да, сделай рекламу Валентине Владимировне. Ну, правда, хорошая такая женщина. Очень душевная. Они разговаривают вам обо всем вообще, как подружки. У нас Юлия Михайловна, это ее дочка тоже, что ли. В общем, два тренера. Семейный подряд. Мама и дочь. Тренируют их. Вот она, наверное, благодаря тренеру и столько лет ходит, занимается. Попытки были бросить, да, дочь? Были попытки бросить. Я ей говорила, бросай. Хочешь бросить, бросай. Тебя никто не заставляет. Мы любое твое решение поддерживаем. Но все равно потом апатия проходит, и она снова идет на тренировки. Нет, просто я хотела бросить, потому что, ну, я год прозанималась, у меня никаких результатов не было. Потом третий взрослый получила, потом сразу же второй взрослый. А потом карантин. Все. Ну да, первый взрослый же все-таки надо получить. Надо же добить. Вот, так что так, все, дорогие мои, будем заканчивать видео, идем домой отдыхать, мне перед ночной сменой нужно отдохнуть. Софья пойдет на тренировки. Все, а, потом гулять. Все, всем пока, пока-пока. Друзья, уже закончила видео, попрощалась с вами, но не могу не поделиться, сейчас встретила парочку. Ну как встретила, они... Ой, какие шумные мальчишки. Они нас догнали. Молодые ребята, парень с девушкой, вот, догнали, сказали, что мои подписчики, они год, еще нету года, они в октябре приехали сюда, в Норильск. Ой, правда, забыла спросить, откуда, мы просто разговаривали про Алтай, они там отдыхали после нас, вот сейчас то буквально только вернулись оттуда, все такие загорелые, да? Вот, приехали в Норильск в октябре,
Слушайте, я сразу прошу прощения за то, что я так озвучиваю их историю. Ну, просто я хочу, ну, я же все-таки рассказываю, да, Норильске немного. И о людях, которые сюда приезжают, и со многими, ну, я встречаюсь, общаюсь. Вот, приехали в октябре, приехали, кстати, не по вызову. У нее небольшой свой бизнес у девушки, а у парня он устроился на комбинат. И устроился хорошо, и снимают квартиру они сами, без приглашения. Снимают сами, и, представляете, им хватает, и, ну, они говорят, нам хватает. Вот, так что съездили уже в отпуск, вот, летний отпуск, вернулись, и говорят, уже даже скучали по Норильску в отпуске. Им все нравится, они довольны, вообще такие, да, эмоциональные, очень разговорчивые, общительные, и прям по-доброму эмоциональные ребята. Прям вот так вот приятно очень. Так что люди едут, люди устраиваются, и всем все нравится. Кому не нравится, уезжают обратно. Кому нравится, продолжают жить и радоваться жизни даже на краю земли. Все, теперь точно. Всем пока. Всем удачи. Ах, как хочется вернуться. Ах, как хочется ворваться. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо. На денек. Thank you.